einen Tod, so herb empfunden, sie danken alle selbst hinab. In Ewigkeit, sein Lied erscheint. Всем привет, я Мастер Йода. Ну да, я все понял. Эй, что это за дела? Почему это питон? Почему это обычный питон? Что за фигня? Йода, у тебя целых два зрителя, ля-ля-ля. Да, я решил набрать сегодня Бэминс по-быстренькому. Пропустил работу, как обычно. По-любому так. Если там есть мопед, то да. Окей. Булат мне что-то не отвечает. Он мне сегодня с утра стучался и говорит: Йода, давай проведем шоу-матч с тобой. Я говорю: ну давай. За него на работу не пошел. Говорю: давай. А сейчас мне не отвечает, во времени мы не можем договориться. Го-го-го. Make Motve. Тут, кстати, 1А, 2А, 3А, я, наверное, только в первый раз не прохожу, а так-то как бы всегда прохожу. Если вот первый раз сел за нее, то да. Так. Давайте Dante Speak поставим. One on one, да, блин. Окей. U1, U1. Dante Speak. Да что ж такое, что за дела? Че я не могу? Ин, два, три. А может быть потому, что у меня Dante Speak не из этого. Не оттуда, откуда нужно. Так. Ладно, давайте лонгим создам самый обычный. Че париться там? Йо, Рейс. Ну-ка скажи мне, что ты не Протос. Окей, ты Протос. Ди-д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 и. 1А, 2А, 3А, это легкая МС-ка. Просто не размятый с утра. Вот так и получается. Сегодня пиво не пил. Не такой веселый, как обычно, к сожалению. Нет, я не пьяный. Так что играть буду нормально. Буду как бы выигрывать в говно.
как я это умею делать. А я умею так делать. Но мне надо уже Б набирать. Б-минус. Вот. И, соответственно, проигрывать я не хочу сегодня. Вообще ни одной игры. Ну, естественно, я не проиграю. Опачки! Проиграть я никак не могу, ребята. Окей. Так, пул 9 скорость или пул 12? Пожалуй, пул 12 сыграю на лонгинусе. Мне нравится эта тема. Хотя пул 9 тоже неплохо. Что еще можно сказать? Пропустил работу. Ради вас, дорогие телезрители. Вроде бы интернет у меня сегодня не лагает, не отключается. Не знаю, что было в субботу с воскресеньем. А новость, вернее, статью с эвером я как-то подзабил. Потому что на репсе уже появился альтернативный перевод. Мне, кстати, он что-то не очень понравился, я заценил. Вот, но самому мне уже теперь как бы нет никакой мотивации переводить. И, скорее всего, я этого делать не буду уже. Хватает других дел. Вот. Поэтому у меня лимит 11-17. И я перестаю заказывать дронов на этом лимите, чтобы заказать резко 6 собак потом. Вот, до сих пор я не вижу, во что он играет. Да, мне это не интересно особенно. У меня пул 12 со скоростью. А двух гитов я не просру. Ну и от всего остального тоже как бы не просру. А вот он может запросто. Окей, да, 3 дрона на газ. Экспанд я обставить всегда буду. Ну, я при такой стратегии всегда его поздно ставлю. Я как бы не волную то, что он, ну, поставит, у него экспанд будет раньше, чем у меня. Моя задача, собственно, проскочить к нему и нагеморроить, а там уже будет неважно, сколько у него на самом деле, вернее, сколько у него рабов там и прочие макроэкономические показатели. Опа, я первый выстрелил. Так, здесь его нету, к сожалению. Раз его нет здесь, то мы идем туда. Никуда пока что не бежим, скорость еще не готова. Главное не пустикать его разведку, чтобы он не видел, сколько у меня собачек, и все. На этом задача как бы кончается наша. То есть пока не будет пачки собак, чё куда-то бежать? Я пока что долечу, посмотрю, что у него там. Сейчас будет пачка собак, будет третья хэтч, а там уже посмотрим. На самом деле, что же мне делать? Все, скорость готова, побежали. Ровно пачка собак, еще две для того, чтобы гонять разведку, которая обязательно будет. Вот оставим их здесь, переводим обратно на газ. Пачка собак готова прорываться к нему на фаст-эксп, который, возможно, не фаст-эксп, но если было два гита, он уже давно-давно ко мне пришел. Соответственно. Опачки! А здесь за минералами я проскакиваю, и пока протос. Пока протос. Собственно. Девять собак на мэне. До свидульки. До свидульки, протос. Я убиваю тебя, Нексус, и пока. Вот так вот все может случиться просто и легко, если вы госу. А я госу, естественно. Сейчас надо зелота просто замикрить, и все будет хорошо. Чем дольше мы бегаем, тем больше наше преимущество. Не стараемся убить его раньше, чем это возможно. Вот, а сейчас уже можно нападать на пробок запросто. Ну, собак слишком много, они не могут так проиграть. И можно уже убивать Нексус. Ага.
все, как бы. Nexus убит. Здесь не надо терять овер никак. Все, Nexus убит. Это победа, ребята. Вот, но скорее всего он мне сейчас еще мозги будет. Будет мозги мне трахать. По поводу того, что это якобы не победа. Ой-ой, сколько у меня всего тут скопилось. Надо ему вообще все убить. Чтобы неповадно ему было. Да, убил все. Еще сейчас продолжу геморроить его с этой стороны. Да, все просто превосходно. К сожалению, здесь я до него не достаю, но... Ну, я не знаю, на что он надеется. Ну, выходи, друг. Ну, понятно же, что ты проиграл. Понятно же, что ты проиграл, и шансов тут нету. Окей. Ладно, проскочим сюда. Смысл терять тут... Терять войска абсолютно никакого нету. Потому что я их потеряю, если там буду что-то пытаться сделать. Муту, как вы понимаете, я уже не буду заказывать. Зачем? Проще, изящно и легко добить гидры. Он все равно будет готов к этой муте. Разведал меня полностью. Вот, пока он пошел ко мне, я ему сейчас тут еще нагеморрою. Снова отбрею газ хотя бы. А нет, не получится. Для надежности санку здесь. Ой, боже мой. О, боже мой, он думает, что может исправить эту ситуацию. Я, если честно говоря, расслабился, только поэтому такая фигня и произошла. Сейчас настрою гидры. С 4 хэтчерей там как бы шансов вообще не будет никаких. Надо скорость сделать овером. Ну да. Опа. Второй газ. Еще пару дронов, наверное, стоит подстроить. Так. О, он еще корсара строит. Окей. Окей, окей, друг. Радиус. Радиус это важно. Хе-хе-хе.
ладно, ладно. Блин, да ты только не тяни игру, я прошу тебя, а. Зачем ты тянешь игру? Зачем ты тянешь игру, дружочек? Ну ладно, хочет потянуть, его право, в принципе-то. Но лучше бы уже давным-давно ре начали играть. Чего уж там крыть, эту игру я выиграл, это 100%. Так, еще санку для надежности, чтобы прям совсем никаких коллюзий не случилось со мной в ближайшем будущем. Ага. Ну. Окей, заказал. Так. Ну, дроп у меня почти готов, собственно. Nexus тут не выживет никак. Ну и там уже со всеми вытекающими ему тут словить. Ну, нечего, ну абсолютно. Окей. Да сдавайся ты, глупый засранец. Окей, ну выходит, все, до свидульки. У меня 5800. Надо было, да, красиво с двух сторон еще в этот момент в лоб напасть, но мне что-то лениво было это делать. Протос и так понятно, что проиграл там как бы 9 собак на мейне. Со скоростью тем более, ну, сами понимаете. Там никто не вытащит, хоть Бису, хоть Сторг, никто не вытащит. Только Йода может вытащить. Больше никто. Хорошо, ладно. Йо-йо-йо-йо, заходи. На этот раз я создам другую карту. Что там у нас еще? Хочу Данте Спид попробовать. Только найти почему-то не могу. Там еще, по-моему, Айвже Шторм, да, есть. Или что там? В Мотвах. Что там в Мотвах? Или Медузу попробовать. Да, давайте Нео Медузу. Прикольная карта. Мне нравится. Господа. Ну, он, кстати, русский. Здорово тебе, педик. Has left the game. А чё ты так испугался-то? Этот мод в говно. Это классный мод. Ну, Фортресс. У меня просто Фортресса нету. Точнее говоря, и Данте Спик мне почему-то не дает создать. О, Вислера минус. Хо-хо-хо, 9600, ни хрена себе. Вот это да, вот это да. Да мне по большому счету здесь не с кем играть. Вот Дефрис единственный нелагающий русский пацан, что он не хочет. Go Mass Games, друг. Я как раз за ВП потренирую. Go-go-go, not this map. Йо-йо-йо-йо, не нравится ему Медуза. Хорошо, создадим Eye of the Storm. Eye of the Storm. Ну, эта карта мне нравится, она простая, изящная, прямо вот как Fighting Spirit. Юзе. ОП. Го-го.
Но он, видимо, ready. Пишет мне go. Я сильно отчаянно курю. Да, Devolt хвастается, что он Вислера убивал. Окей. Молодец. Скушай огурец. Как картошечка Devolt поживает? Посадили уже? Да, Devolt вроде как ДБ плюс он одорочил. Молодец. Вообще молодец. Прям красавчик. Я сегодня только ледер играю. Если Devolt хочет потерять ПТС, то я, конечно, могу с ним сыграть. Так. Сделай его. Это невозможно сегодня. Я сегодня пиво не пил. И я не веселый, я грустный. Когда я грустный, я всегда выигрываю. А грустное, потому что утро сейчас, а не вечер. Вот. А утро это обозначает, что... Это обозначает много, много плохих вещей. Таких, как я на работу не ходил. И вообще. Хотя я уже вроде как лимит исчерпал свой на работе по болезням. Да, пошли не в жопу. Надоели в самом деле. Сыграю хэтчери 12, чё бы нет. Чё бы не сыграть. Если можно сыграть, то чё бы не сыграть. Ой, а куда я приехал? Здесь же нычка. Ну я вообще аджигун. Ну такое бывает. Когда вы отвлеклись на что-то, а начало настолько механически задрочено, что... Вообще не видите даже, на какой локации находитесь. Уже обед, Йода? Да я не обедаю. Уже довольно давно. У меня такая супер диета. Новый обед. А, он уже фотонки здесь ставит. Вот это да. Вот это крутяшка. Но я пошел ставить еще нычку, как бы. Ну, так как он, вот видите, две фотонки потратил, значит, он меня не фотонит. Как злостный хитрый школьник Devolt. Имеет такую привычку драную, сраную. Не знаю, как назвать. Да, окей. Здесь вот такая тема. У меня уже третья хэтчери, как бы он еще Nexus не доказал. Из-за этих двух фотонок, в принципе, это такое гигантское макро преимущество, что я даже не знаю, чем таким меня можно убить. Вон, смотрите, да, третий хэтчер у меня заказан, у него только Nexus. И еще я как бы не жадничаю, по 6 собачек поставил для того, чтобы... Для того, чтобы поймать его разведку, чтобы она меня не раздражала. Вот, собственно, только для этого я сделал 6 собак. Медленно облетаю его, чтобы посмотреть, что там на мейне. Так. Он меня может попробовать зафотонить на третьей нычке. Я туда отправляю одну собачку, а пяти просто стою и не даю ему проезжать ко мне. Пусть не знает, что я делаю, пусть боится. Это правильно, Протос должен бояться. Вы спросите, что это за такая за стратегия? Да сам не знаю, думаю, что я просто выиграю по-любому, вот, вот и все. Как бы эта стратегия именно так называется. Гидрализ Глен у себя на базе. Он отправил новую разведку ко мне, не думаю, что он проедет куда-то. Вот у самого у него, не знаю, только кибернетического ядра еще нет, то ли что. Где он, мне пока непонятно и не ясно. Между тем я развиваюсь. Опа, минус разведка. Ну вот, не знаю, иногда на меня такая уверенность нападает, что я вот во всем уверен в том, что я делаю.
и как бы проиграть тупо не могу. Ну, как вы понимаете, это такой типа... Он и только кибернетическое ядро заказал, у меня уже давным-давно все есть для победы, собственно. У него еще ничего нету. Ой, а где овер-то? Вот кроме овера у меня все есть. Так, вот здесь эволюшенку надо поставить для создания стеночки. А это будет такой пушек на ломчик с зелотами. Ну, я даже не знаю, сможет ли он осуществить то, что задумал. Вон, видите, уже пошел куда-то. Надо санку здесь замутить. И здесь тоже надо санку замутить. Давай, давай, мутись. Мутись, саночка, мутись. Да, блин. Короче, у меня не влазит ничего, и я... Куда-то четырьмя зелками уже пошел. Глупый парень, мог бы сейчас напрячь. Так. Ну, то есть это такой, знаете, псевдораш, который может и проканать на самом деле, потому что у меня такое вот преимущество. Я считаю, что это круто очень. Что это очень крутая стратегия. Он сейчас будет ставить кучу огромных фотонок. Он не выйдет ни в какой тэч. А я параллельно как бы займу столько всего, что ну тут как бы без шансов будет. Вон, видите, уже начал. Как бы все, гидру перестаем строить, выходим в тэч. Он уже необоснованно много потратил на все эти дела. А у меня, ну, очень хорошая экономика. Считаю, как бы, фейк гидропуш одной из самых сильных стратегий, которые есть в Старкрафте. Тем более она сама по себе, ну, прикольно как-то она выглядит. У вас есть полный контроль карты, у вас есть все вообще. Так. Вообще все есть. Ой, вот только вот точки сбора у меня страдают, а так все хорошо. Ой, нет. Вот так вот надо сделать. Первое, что нужно сделать, заказать люркер аспект. Потом шпиль, потом скорость овером. Почему так долго? Вон он, видите, уже куда-то пошел. Ну пусть идет. Пусть идет, я вообще не против. Ой, смотрите, как пытался зажать моих ребят. Вот здесь по надежке три саночки. И то можно было вообще как бы обойтись без этого добра. Потому что и так все хорошо. We require more Vespen gas. Сейчас сделаем одну голую гидру. Ого! Вот что значит стенка,
грамотно расположенная. Он сейчас тут все потеряет определенно. Окей, зелотов много настроил. О боже мой. Ну ладно, хорошо, окей. Да и все равно у меня такое преимущество, что все как бы. Это все. Это все, и тут как бы не надо даже думать ничего. Ага, а может быть и не все. Ну вот после того, как я убью. Ну окей, окей, что дальше? Ну что дальше, друг? Ты все равно же здесь проиграешь. Вот, вот как ты не крути. Блять. Эй, бля. Ой, извиняюсь за маты, что-то я тут натупил дико. У меня газа не хватает. Да ты в конец охренел, мальчик. Thank you.
Эй-э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 й, я так и проиграть могу, однако. Что за бредни? Что за бредни? Я не могу проигрывать. Что за идиотизм? Окей, я проиграл. Ой, лажа, я думал, ну все, выиграл что-то. Окей, думаю, хрен с ним. И вот так вот проиграл. Прикольно. Давайте сейчас еще с ним рез играем. Это лошарик, надо его унизить. За подобное позорное поражение. Заходи, чувачочек. Оло, лошечки. О, боже мой. 75 ПТС я проиграл. Йо-йо-йо-йо. Ну, повезло парню. Я что-то взял и решил отдать победу. Что-то натупил, блин. Лень мне было люркеров заказать. Лень мне было гидров нормально строить к моменту атаки. Ну да, я проиграл. Оге. Оге. И этот педик, короче, еще не хочет реиграть, видимо. Урвал свои 135. О, я крутой. Ладно, пошел он в жопу. Сейчас найдем какого-нибудь другого нубца. Он корейский, бум. Тоже протос. Карта Fighting Spirit. Ладно, все, пошло все в задницу. Сейчас буду решать. Сейчас буду выигрывать 100%. Как бы без вариантов. Сейчас буду убивать протосов. Почему протосов? Потому что сейчас на Икапе никого, кроме протосов, нету. Надоедливый очень матчап. Вот. Механика здесь сложная. Механика заказа. Фишка очень много хэтчери требует, современное ЗВП. И быстрого клика тоже требует. Точнее говоря, даже не быстрого клика, а быстрой клавиатуры. Нужно бегать пальчиками, а то проиграете. Вот как я только что. Ну, в какой-то момент мне просто стало лениво что-то делать вначале. А потом я понял, что опа, я сейчас проиграю. Приколюшка вышла. Ладно, хрен с ним. Сейчас все равно выиграю. А этого лошочка я запомню. При случае унижу его. При случае его обязательно унижу. Сыграю пул 12 со скоростью. Не хочу тренировать вот именно эту стратегию. Пул 12 и хэтчери 12. Потому что оверпул для меня уже исчерпал все, что мог. Я больше оверпул не хочу играть. К этому все готовы, к этому все привыкли. Так что ну его в жопу. Как-нибудь потом займусь этим, но не сегодня. Так, 11 лимита на 17 из возможного. Пора заказывать пульчик. Окей, пульчик я заказываю. Извиняюсь, что-то я очень раскашлялся сегодня. Не знаю даже почему. Видимо, действительно заболел.
стоит здесь пробкой его, думает, что она мне мешает. Вот, она мне, собственно, не мешает, я хату и ставить и не собираюсь. Хотя вот, сейчас я попробую ее поставить. Пусть он не знает до последнего. Хотя, не, он там стоит, просто ничего не делает. Ну, стой, как бы ничего не делай, если так хочется. Если так хочется, пожалуйста. Ага, вот он встал. Ушел, и я в этот момент иду ставить хэтчери. Так, он тоже, видимо, не шарит. Что и почем, зачем мне это надо? Почему мне не страшен этот пилончик? Я и так как бы поставлю все, что мне нужно. Отправляем. Пока что не пускаем его разведку, просто пока овер хотя бы не доехал вот до этой нычки, чтобы знать, куда лететь. Ну и все равно спида еще нету. Так что чё стараться? Чё стараться? Вот, ровно заказана пачка. Я заказываю еще для того, чтобы гонять разведку потом на будущее. Овер что-то еще не долетел, не знаю, что-то какие-то косяки у меня с таймингом. Также не доехал еще дрон. Угу. Здесь мы делаем shift 3. Конечно, это может быть один гейт там, или не знаю, или еще что-то, но почему-то не боюсь я этого. Вот, протоса я здесь не вижу. Так, протоса здесь точно нет, он, значит, наверху. Отлично, сейчас соберем в кучку и побежим. Ой-ой-ой, а что, его и здесь нету, что ли? А что это такое? GG. Да, это оказалось не то, что я думал, но я все равно выиграл легко. Госу стенка, где пробегает Линги. Да, это была госу корейская стенка. Вместе с пробочкой. Прям боялся на этого налома собачек. У меня 89-100. О, круглое число поражений. Не понимаю, почему все любят ФС. На нем что-то совсем посмотрел. 75 ПТС за победу. Ну, это совсем мало, если чувак ниже вас ранком. Хоть бы кто-нибудь МотоВ создал, я бы туда зашел. Так, ну что? Вот, ЦЦ плюс, питон, ну хотя бы. Да блин, да ты еще не ЦЦ плюс, еще создаешь питон. МотоВ хотя бы создай, засранец ты глупый. Какой может быть питон? За питон всего 75 ПТС дают. А я хочу сегодня бы минус набрать. Вот. Так, сейчас, кстати, надо почекать. Булат мне ответил там. Вот я Булату давным-давно написал уже. Давай, что, когда на 10 баксов сыграем. Он до сих пор мне не отвечает. Видимо, не хочет свои 10 долларов. Но я думаю, он у меня не выиграет Тераном. Ну вот, почему-то есть у меня такая уверенность, что он хорошо играет Тераном против меня. Я сомневаюсь. Может взять игру на чизе или на том, что Вультурка проедет, а по-другому я не знаю, как он может взять игру. Ну или я поломлюсь, но когда дело касается долларов, я становлюсь очень серьезным и не делаю глупостей, как правило. Соответственно, не знаю, не думаю, что есть там шансы. Ну, пусть попробует, пусть попробует. Где чего? Ну... Поехали. Хоть титьки смотри с утра. 14.00 у меня ровно. Есть я не хочу.
обедать не буду. Буду StarCraft играть. CC+, кто-то там рейд. Fly Up. А где он? Мой ебан. Ну где пацанчики-то все? Где все пацанчики? Блин, ну никто не создает. Ой-ой-ой. Вот, с этим парнем нужно играть. Чё он такой пугливый-то? Го-го-го. Или вот с этим парнем. Го-го-го. Эдон. Ну или с этим парнем тоже можно сыграть. Но он навряд ли с нами будет. C плюс Лонгинус. Из Румынии какой-то Захус Протос. Good luck, fun. G-G-G-G-G-G-G. Старт. Йода, go, B минус, бери. Да, я и собираюсь сегодня взять. Не зря же я работу прогулял, так хоть B минус наберу. Пул 12 снова сыграем. Коней на переправе не меняют. Тем более, если это кони резвые. Если они приносят очки. Так что пул 12 и ГГшка. Одна из моих любимых стратегий раньше была. Почему-то я ей стал заменять, перестал в нее играть. Вот. А вот сейчас, видите, возвращаюсь к своим корням, к тому, с чего начинал свою карьеру в Старкрафте. Ну. Окей. Рабики ездят. Я скучный, грустный, пиво не открыто. Вот. Кстати, надо бы открыть. У меня запас-то есть, если что. Но я подумал, трезвым мне играть или не трезвым. Иногда и так хорошо получается. Иногда никак не хорошо не получается. Пул 11, maybe, а не 12. Нет, это 12-й пул. Он на то рассчитан, что тут не нужны собачки вот прям вот к моменту. Там просто вы пробегаете независимо от ситуации. Вот, а 12 он всяко лучше, как бы как раз личинки. Все четко, все здорово. Какой бодрый, да? Бодрый протосик. Очень бодрый протос. Го-го, поздно, дружок. Я уже нашел себе другую жертву. Потом сыграем. Все. Насобирали то, что нужно. Еще и как бы хэтчили, поставили пораньше. Почему пораньше? Почему у меня скорость будет попозже? Я подумал, что а че бы нет. Че бы не попробовать и такой вариант. Посмотреть, чем он лучше, чем он хуже. По идее, должен быть только лучше. Ввиду того, что ну тайминг тут вообще не важно. Вы просто бежите, когда у вас есть пачка собак и скорость, и все. Не могу прицелиться по пробке. Ох ты. Вот, как раз оверы долетят. Будет понятно, во что играть, собственно. Пока что тупо не даем ему пробегать ко мне еще раз разведкой. Так, я вижу, гейт строится. Ну, уже ясно, где чего, где как. Так, вот это сюда. Скоро уже побежим, чего. Потому что, а чё бы не побежать. 10 собачек от чего-то всего лишь получилось.
видимо, тайминг кривой. Да, тайминг кривой. Подождем еще две собачки. Ну, для ровного как бы счета. Ой, а он, кстати, играет один гейт фарджа и непонятная хрень. Да, он играет один гейт фарджа и непонятная хрень. Именно это он играет. Ну, окей. Ой, смотрите, как он меня боится. А вы знаете, получается хуже, потому что хуже вот реально получается. Из-за того, что тайминг нарушенный. И вот здесь уже готово, у меня только заказано все. Да, не стоит так играть, надо играть по-нормальному. Экспандом торопиться не нужно с экспандом. Надо пробегать нормально прежде всего. А экспанд — это фигня получается, вот так вот. Зато я лишаю его разведки, он должен бояться всего подряд. По идее-то. Что здесь? Что-то я ничего не вижу. У него чего-то вот здесь вот второй гейт заказан. Хочет меня зарашить. Зарашить быстрыми зелками. Ну, в таком случае я буду не знаю, что делать. Да все подряд буду делать. Стандартное такое развитие. Ну вот. Старгейта там нету. Там просто, я видимо, выход быстрых зелков и все. Вот, то есть протос не блещет какой-то особенной оригинальностью. Ну, видите, зелков уже много. Ох, как много зелков. Ну так как плюс один не крутится, по-моему, не крутилось, то я отобьюсь одними собачками от первого налома. Ну, должен отбиваться. По идее. То есть у меня будет, я не знаю, пачки полторы собак, когда он побежит, когда будет готов, я его отбрею. 100%! О, смотрите, сколько же зелков. Не, ну одну санку стоит поставить на каждом из экспандов. Да, он как раз полетит. Я попробую его отжать. Все, экономим личинки, как бы. Ну, две пачки практически есть, а у него тут почти пачка. Даже не знаю, стоит атаковать. Вообще, собачки такое могут убить? Кто знает, ребята? Кто знает? Куда он побежит, интересно? Так, БХ, БХ, БВ, БД.
Окей, ладно. Так, блин, ну это что-то нехорошее получается. Я все-таки проиграл непонятно как. Я все-таки проиграл. Ох ты, какой шторм прилетел шикарный. Ну что, хреново. Дин, Ctrl 2, Ctrl 1. Да. Я не знаю, во что играть, поэтому играю просто в муту. Играю в то, что то, в то, во что играл. В надежде, что все получится. Блин, у меня почти муты не осталось, вот это бред. От этого наломщика, да, тупой абсолютно протос, я ему проигрываю. Да ладно, не тупой, это я тупой. Я глупый, Йода. Но он, конечно, тоже протос глупый. Ох ты, вот это он классику хочет юзать, заюзать. Блин, да что за твою мать? Вот это он крутую штучку хочет поюзать, да? Окей, окей. Он еще успевает мультитаскить, а? Какой засранец. Ну ладно, ладно.
Да бля! Да что за твою мать? Да. Окей, ладно. Все понятно со мной. Я криво сыграл и ничего с ним не смог сделать. Блин, ну он, конечно, это. Ладно, пошел я. Пошел я из этой игры, непонятный пацанчик. С непонятными стратегиями, но у него все проканало, у меня ничего не проканало. Засранка. Очередной протос, засранка. С гейскими стратами, каким-то наловым выстрелом. Зелотов я предпринял неправильное решение. Хотел как бы отбиться собачками. Экономику не накопил. Сыграем с протосом по имени Prudence. Good luck, fun, GG, пошел в жопу. Здороваться не буду. Это снова новый протос, надо опять против него пул 12 сыграть со скоростью. Предлагает что-то мне. Мне лениво ему отвечать. Потому что я трезвый и не склонен к разговорам. Да и пьяный не особо склонен к разговорам. В StarCraft нужно играть, не нужно болтать. Болтать это вон, на дефьюзере можно болтать. А здесь надо играть. Так, так, так. 9 лимита, отлично. Надеюсь, он не будет на нычке, которая находится снизу, на 6 часах. Там удобнее всего застраивать зданиями. Если он окажется там, то мой пул 12, скорее всего, не законает. Хотя, может, и законает. Но в любом случае, я думаю, что хорошая стратегия пул 12. Как ни крути. Надо просто все четко сделать. И тогда шансов не останется протосу. И он будет страдать, умирать. И вообще. Так, пул 12. На этот раз с экспандом не торопимся, нет смысла. Как мы выяснили только что в предыдущей игре. Слишком поздняя атака там получается. Аж на уже зелоты выезжают. Не-не-не-не-не-не-не-не. На этот раз все будет четко. И стратегию нужно исполнять четко, чтобы она выигрывала всех. Но... Угу. Так, здесь вижу Фарджу. С экспандом не тороплюсь. Сначала 6 собачек, потом скорость, потом только экспанд. Не раньше. Ой-ой-ой, а он вообще какой-то непонятную тему решил задумать. А с фотонками успеешь, друг? Успеешь ли ты с фотонками? По-моему, он не успевает с фотонками, еще первыми 6 собаками буду забегать к нему. А не успевает с фотонками. Но это ТТшка. Но фотонок всего 3, и здесь большая дырка. А скорость уже готова. Thank you.
Побежали. Шесть собак на мэйне, пять собак на мэйне. Окей. Здесь Старгейт пошел. Так. Угу. Овера я пока что потерял первого. Не-не-не-не-не-не. Да, ничего не понял, просто разменял.
Так, ладно. Да, блядь, да твою же мать, а. Да сука, да дурацкие протосы, как они заебали вот реально своими тупыми подъебами. Там какие-то два дарка прибежали, все, игру сделали. Пошел нахуй, пидор. Ой, извините за выражение. Но он реально какой-то пидороватый. Тоже мне, блядь, протос, сука. Как я их ненавижу, вот, серьезно. Как я иногда ненавижу этих протосов. Они такие тупые, вот. Им все, что нужно. Вот Дарка прибежал, там, корсаром своим ебаным залетел. Извините за маты. Но, блядь. Что уж тут поделаешь, если он реально как-то... Ебаные протосы. Вот их надо находить и бить в помидоры, вот, серьезно. О, блядь, ну смотрите, ну что это такое? Штормы прилетели, все, нихуя от зерга не осталось. Извините, но я, блядь, говорю как есть. Вот, сука, ну вот это, блядь, ебаная хуйня с плюс один. Ебаная хуйта. Пиздец, блядь. Простите, нахуй, за, блядь, за маты. Ебаный в рот. Йода, открой пивка, расслабься. Пошел нахер. Я пришел сюда бы минус набрать, а не какую-то хрень делать. Prudence Go 4. Пошел в жопу, иди сам с собой играй. Давайте лучше с B-минусом сыграем каким-то корейским. Го-го-го, старт. Че, блядь, тоже опять протос? Ну я говорю, этих хуесосов полный кэкап. Че с ними будешь делать-то, а? Ёбаная хрень. Простите за маты. Все, больше не буду. Вроде выместил чувства свои, и жоги у меня сегодня не будет. И спать буду хорошо, потому что все нормально, все грамотно сказал. Что-то кто-то ко мне пришел и не заходит, странно. Эй, заходите. Блин, а кто там? Жена, что ли, пришла? Сейчас, секунду, подождите. Надо до двери сходить. Так, я снова здесь. Го-го-го. Так, окей. Играю я H12, потому что я умный парень. Карта большая. Карта большая, можно сыграть H12. И быть в относительном спокойствии, ибо это классная страта H12. Ну, он как раз по диагональке от меня находится, классно. Блин.
Чего же я так кашляю-то? Ну, верно, реально заболел я. Эх. Что бы еще попробовать мне сегодня? Какую бы стратегию? Я хочу голую гидру играть. Вот хочу я играть голую гидру. Есть два гита помойных. Два помойных гита. Дурацких. Ну что, будем быстро выигрывать. Вот что я хочу вам сказать. Так, здесь вот так вот очки. Здесь эволюшенку поставим. Ну, чтобы лимит освободить вообще. Хотел меня быстро завафлить корейский B-. А вот хренушки ему. Ой, он еще достраивает. Вот это молодец. Вот это он, конечно, круто придумал. Третий гейт прям на мейне. Ну что, нас ждет жесткий налом с его стороны. Я, естественно, его... Тут... Ага, еще и левачок, что ли, будет? Очень занятно. Надо второй газ поставить. Так.
Ке! Ну хорошо, хорошо. Опа, здесь ревачок такой, хопочки. А здесь такие муты, хопочки доказано. А здесь такие муталиски. Да блин, да давай вот сюда вот. Так. Хе-хе-хе-хе. Ну чё, maybe GG, дружочек. GG. И вот так я убиваю B-минус Протоса. Получаю дохренище очков и радостный... Ой, всего 125 ПТСов. Как же так? Чё так мало? Это он же B-минус был. Почему всего 125? А, ну так это было не МОТВ. Всё понятно. Того у меня 90-102, 5-562. Ну только ненадолго. Это, мне нужно сейчас отойти, буквально на секундочку. Так, точнее говоря, жене нужно занять компьютер на пару минуток. Поэтому стрим я пока что прерываю, но скоро вернусь. Давайте, давайте. До свидульки, скоро вернусь. Тренируйтесь пока.